Вся эта мебель, четыре стакана, старый стол да хромая кровать. Здесь шакалят в ночи тараканы, промышляя, чё бы пожрать. Спят угрюмо голодные дети, им приснится счастливая весть. Как проснувшись с утра, мы поедем к добрым людям попить и поесть. И хозяин большой, как татарин, добродушный, как старый хохол, нам чего-нибудь вкусного сварит и, конечно, посадит за стол. Он подарит детям шоколаду, ну и папе, конечно, нальет. Папе, в принципе, много не надо. Он как выпьет и как запоет. Вся-то мебель, четыре стакана, старый стол да хромая кровать. И шакали мы, как тараканы, промышляя, чё пожрать. И хозяину краткой в прихожей, отыскав старый папин кафтан, вытрет слезы и тихо положит папе доллар в дырявый карман. Есть хорошие люди на свете, громких слов я давно не боюсь. Будь татарами или эти, но на них ведь и держится Русь. Ну а я бестолковый, как ветер, молодой и нахальный, как нож. Да и песни мои, словно дети, непослушные, что с них возьмешь?